Дорогие братья и сестры, позвольте поприветствовать вас с Днем Субботним. Сегодня, наверное, уместно очень процитировать слова псалмиста Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень». После многих недель карантина и когда были закрыты молитвенные дома, мы все скучали и очень ждали этого момента. Наконец, двери молитвенных домов открываются. Конечно, с некоторыми условиями, но мы рады, что можем с вами встретиться вокруг Слова Божьего и поклониться нашему Господу. Мы, конечно, понимаем, что кто-то и дома остается, или по причине недуга, по причине возраста, по причине болезни. И пусть благословит вас Господь тоже, чтобы вы тоже присутствовали вместе с народом Божьим на поклонении в день субботний. И самая лучшая возможность выразить наши чувства – это спеть псалом. И мы приглашаем вас присоединиться к этому пению, даже если вы дома. Ты, Господь, моя скала, лишь тебе сокроюсь я, от тебя поток живой льется чистой. Спаситель мой, сколько дел я в ней творил, сколько слез я не лил, избавляет от греха только благодать твоя. В немощи своей к тебе прибегаю я в мольбе. День, когда придешь, верных в царствие введешь, Иисус, моя скала, вспомяни меня тогда. А теперь приглашаю вас к молитве. Отче наш, сущий на небесах, благодарим Тебя за то, что Ты с любовью сотворил мир, в котором мы живем. Благодарим Тебя за то, что любовь Твоя так сильна, что когда мы пали в грех, Ты отдал Сына Своего Единственного, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты с нами и во времена хорошие, и во времена кризиса. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое остается с нами во всякое время. И поэтому сегодня, когда мы собрались на поклонение Тебе, кто где, помоги, чтобы Дух Святой принес мир, как елей, в наше сердце. Благослови Слово, которое мы будем читать. Благослови нашу христианскую жизнь. И помоги, чтобы все мы старались быть похожими на Господа нашего Иисуса Христа. И чтобы свет наших добрых дел, нашей хорошей христианской жизни мог светить в этом мире и направлять людей к Тебе. Благослови нас, Господи, миром Твоим, сохрани нас от зла, благослови страну нашу, благослови правительство страны, благослови духовную жизнь в наших церквах и помоги, чтобы мы с радостью и с надеждой ожидали лучших времен, когда Ты вернешься. Благодарим за то, что Ты с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я работаю на ферме, которая находится возле озера Сибу. 2 или 3 часа дня рабочее время заканчивается, и я готовлюсь к тому, чтобы проводить уроки по изучению Библии для моих соседей. Библейские работники, такие как Джерри, служат людям в этом прекрасном регионе на Филиппинах. Озеро Сибу известно своим промышленным садоводством и овощеводством, но у большинства людей это место все же ассоциируется с изобилием рыбы.
Этот регион является домом для племени Дболи. Ему характерен свой уникальный язык, танцы, одежда и культура. У Джерри и его друзей есть возможность делиться адвентистской вестью с этой группой людей. Пастор, который крестил Джерри более 20 лет назад, также обучил его и помог стать библейским работником. Конечно, он продолжает работать фермером, чтобы обеспечивать свою семью, но главным делом его жизни является работа провозглашения Евангелия. Люди племени Тболи очень счастливы, когда мы делимся с ними истиной, библейской истиной, которую извлекаем из наших уроков. Перед тем, как Джерри стал адвентистом, он много лет боролся с острой болью. Она становилась все хуже и хуже до тех пор, пока не стала невыносимой. Тогда он отправился к врачу, который прописал ему необходимое лечение. Но, к сожалению, Джерри не мог себе позволить ни лекарства, ни операцию, которые были ему так нужны. У него был всего один выход из сложившейся ситуации. Чтобы оплатить лечение, нужно было продать единственного буйвола, который был чрезвычайно важен для него. Он помогал работать в поле и зарабатывать деньги для семьи. Это очень огорчило Джерри, но это был единственный способ, благодаря которому он мог побороть боль и восстановить здоровье. В то время Джерри проходил уроки с пастором адвентистской церкви и решил отдать эту ситуацию в руки Бога. Позже, когда пастор пришел проведать его, Джерри сказал, что хочет креститься. В тот день, когда я вышел из воды после крещения, я понял, что боль исчезла. И с того момента меня ничто не беспокоит. Я верю, что это было чудо от Бога. Джерри не пришлось продавать своего буйвола. Он продолжил заниматься фермерством и мог обеспечивать свою семью. С того дня Джерри является посвященным библейским работником, и рука об руку с другими людьми, которые также желают делиться адвентистской вестью, он трудится для народа племени Дболи. По мере того, как группа активных работников растет, они молятся о том, чтобы иметь свой учебный центр, где можно было бы обучать новых людей и делиться с ними своим опытом. Пожалуйста, подумайте над тем, как вы могли бы поддержать их через свои миссионерские дары. Джерри и его друзья продолжают трудиться в этом регионе, но, к сожалению, есть много сложностей. Несмотря на то, что люди открыты к слушанию вести Евангелия, обученных работников все же не хватает. Пожалуйста, молитесь о местности в районе озера Сибу. Молитесь о том, чтобы люди, такие как Джерри, продолжали достигать сердец всех, кто их окружает. Я боюсь привыкнуть к горю других, закрывая уши от волнений людских. Я боюсь быть счастлив, когда ближний мой спит в моей парадной на земле сырой. Я боюсь за смеха своих детей, окруженных лаской самых первых дней, не услышать, как заплачет сирота и погибнет беспризорная душа. Когда видишь горе вокруг себя, постепенно привыкаешь день ото дня, а потом однажды понимаешь вдруг, как стал равнодушным ко всему вокруг. Если слышу горе брата и сестры, равнодушным взглядом отвечаешь ты. Если чья-то боль не колет сильно в бок, значит, бесполезно пострадал наш Бог. Как могу я только о себе просить? Как могу я жизнью недовольной быть?
рады приветствовать вас, дорогие друзья, братья и сестры в Молдове, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Прямо сейчас и вы можете поприветствовать нас и всех, кто является сегодня участником субботнего онлайн-богослужения. Для этого напишите в чате Facebook или YouTube канала, где вы смотрите эту трансляцию, откуда вы и добрые слова приветствия. Желаем всем вам хорошего настроения в этот субботний день, крепкого здоровья, мира и радости. Вы тоже можете благословить своих друзей и участников трансляции добрыми словами благословений, написав их в чате. Их прочтут, и настроение, и радость объединит всех нас. Как хорошо и как приятно быть братьям и сестрам, хотя бы виртуально, но быть вместе, поддерживать, радоваться и приветствовать друг друга. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Адвентисты Молдовы», вы можете это сделать прямо сейчас, нажав кнопочку «Подписаться». А если вы хотите получать уведомления о новых программах, о новых передачах, то рядышком с кнопкой «Подписаться» есть кнопочка «Колокольчик». Нажмите ее, и тогда вы будете в курсе всех новых программ, которые выставляются на этом YouTube-канале. Помимо богослужений, вы сможете найти и рассказы для своих детей, музыкальные номера, интервью с интересными людьми, а также ответы на сложные библейские вопросы. Если вы хотите пригласить на богослужение своих друзей, вам достаточно нажать одну кнопку «Поделиться». Будь то в Фейсбуке, будь то в Ютубе, ваши друзья увидят ваше приглашение и присоединятся к нам, к совместному исследованию Библии и поклонению Господу. Как сегодня присоединились не виртуально, а физически мои друзья, семья Кисаковых, пастор Роман и его супруга Татьяна. Я рад вас приветствовать и говорю вам здравствуйте. Да, добрый день. Хочу спросить, а кого бы вы хотели особого поприветствовать в это субботнее утро? Я, конечно, приветствую всех адвентистов Молдовы, диаспору, кто далеко от дома оказался в дни пандемии. Но я бы хотел бы сегодня особо приветствовать мою маму. Сегодня 13 июня, и у нее день рождения. Прямо сегодня? Прямо сегодня. И хотя она очень далеко находится от дома и не может приехать, о чем сильно переживает, я хочу пожелать ей многие лета жизни и особых благословений неба. Так получилось, что у моей мамы и у моей супруги день рождения в один день. Поэтому я ее тоже особо приветствую сегодня. И хочу сказать, что очень люблю. И хочу сказать, что очень желаю, чтобы Бог хранил ее каждое мгновение жизни, и чтобы мы всегда были вместе. Спасибо большое. Я рад, что мы можем в такой дружеской атмосфере встречаться, общаться, молиться друг за друга, за наших родных и близких, и тех, которые по причине болезни не могут быть частью церкви и частью своей семьи. Сейчас находится в больнице одна пожилая адвентистская семья, которые больны коронавирусом, есть и другие наши друзья, которые тоже больны. И поэтому хочу пригласить вас, пастор Роман, молиться о тех, кто вам близок и дорог, а также о всех наших братьях и сестрах в Молдове и за ее пределами. Приглашаю объединиться в молитве. Владыка неба и земли, Отец наш Небесный, Тебя, Господи, славим, величаем за благость и милость, которые ощущаем каждый день в своей жизни. Господи, мы особо благодарны Тебе за большую адвентистскую семью, за то, что мы можем молиться друг о друге, поддерживать. Сегодня, Господи, в моей жизни особенный день. Ты подарил мне чудесную маму и супругу. Я молю Тебя, чтобы Ты благословил их. Хотя сегодня мы находимся на расстоянии, но, Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты благословил настоящее и будущее, чтобы мы смогли воссоединиться. И несмотря на все эти болезни, невзгоды и сложности, могли бы радоваться и славить Тебя. Сегодня, Господи, я молю о всех матерях Тебя, чтобы Ты благословил, о семьях. Сегодня особенно о тех, кто разлучился из-за болезни
коронавируса. Ты, Господи, знаешь переживания детей, ты знаешь переживания отцов и матерей. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты исцелил Твоих детей, даровал воссоединение, и чтобы каждый человек, ощутивший Твое прикосновение к себе, мог бы воздать Тебе честь и славу. Благослови, Господи, наши семьи, и благослови сегодня, в этот субботний день, когда будем читать Священное Писание. Помоги, чтобы мы снова увидели чудесную надежду и Твое желание прикоснуться к каждому из нас. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Сегодня мы размышляем вместе с нашими друзьями, братьями и сестрами над 11-м уроком субботней школы «Библия и пророчество». Библия, она уникальная, отличается от многих других книг мировой литературы тем, что 30% в Библии – это пророчество. Библия и пророчество. Могли бы вы словами Священного Писания ответить на вопрос, а зачем в Библии пророчество? В прошлый раз мы говорили о том, что Бог управляет историей, что Он является господином истории, что Он вершит историю. Но Бог не творит ничего, прежде чем не сказать эту весть, не передать своим пророкам, своим служителям, своим рабам. И вот пророки через весть и через Бога дают нам уникальную возможность понять замыслы Бога, понять Его настроение, понять Его чувства. И пророчества, они относились не только к далеким будущим временам, но в первую очередь они имели значение и для тогдашних слушателей. И вот Христос, зная, насколько важно людям знать о том, что события, которые Он говорит, о которых Он пророчествует, исполнится, Он обращается к людям со словами. «И сказал все теперь, сказал до того, как это произошло, чтобы, когда это произойдет, окрепла вера ваша». Таким образом, пророчество является неким индикатором, показывающим, что слова Священного Писания точны. Таким образом, показывают достоверность Священного Писания. Поэтому очень важно нам читать пророчество, потому что еще раз подтверждает о том, что Бог всегда прав, что Он вершит историю. И если мы будем следовать совету Иисуса Христа и исследовать эти пророчества, то наша вера будет все больше и больше укрепляться. Да, совершенно верно. А могли бы вы рассказать, какие бывают пророчества в Библии и от чего зависит исполнение пророчества? Я хочу сказать, что в 14 лет я впервые столкнулся с библейскими пророчествами, и я был шокирован тем, как все исполняется. Ведь это риск большой — сказать, а это должно еще и исполниться. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы находим большую гамму. Одни из них относятся непосредственно к Израилю и к тому завету, который Господь заключил с Израилем. Мы читаем и находим в Библии краткосрочные пророчества. Часть из них могут быть условными. Допустим, известные... Краткосрочными — это значит, что они исполняются... те, кто услышали, смогут в своей жизни увидеть исполнение. Да. Это касалось, в частности, допустим, Ниневия. Это краткосрочное, но еще и условное. Люди услышали, у них была возможность в течение 40 дней повлиять на исполнение этого пророчества. Мы находим пророчество об Ассурии. Мы находим, допустим, даже в Новом Завете, Агав в 11 главе Деяния апостолов о голоде пророчествует. Друзья Павла пророчествуют о том, о его кончине, опасности идти в путешествие вперед. Мы находим краткосрочное пророчество, и некоторые из апостолов увидели его, о разрушении Иерусалима. Угу. Они смогли это увидеть. Хотя было 30 лет, примерно 40, до его исполнения, но это тоже маленький период библейский. Мы находим долгосрочные библейские пророчества. Необходимо сказать, что долгосрочные пророчества в Библии не являются условными. В них мы можем увидеть, как Бог вмешивается в космическую жизнь. Видим космические масштабы, вселенские масштабы. Они касаются всей нашей планеты, и очень часто они говорят о завершающем этапе земной истории. И, допустим... Как называют вот эти пророчества, которые говорят о конце мира? Да. И когда мы читаем, в особенности, когда мы говорим о долгосрочных пророчествах, мы к ним относим и апокалиптические пророчества. Книга Даниила и книга Откровения содержат такие пророчества. И они берут свое начало от дней апостолов, они начинают рассказывать о том, что было в их времена, и применяют это, и описывают благодаря этому то, что случится в конце истории Земли. Еще хотел бы отметить очень важный момент. Особое место в Библии занимают пророчества о первом пришествии Иисуса. Мессианские. Мессианские пророчества. И я бы очень советую нашим сегодня слушателям, чтобы они обратили внимание на эти пророчества. Потому что, когда апостол Павел пишет в послании к Галатам, что пришла полнота времени, мы можем видеть, как эта полнота, как осуществлялась, как мы шли к этой полноте времени.
Бытие, 12 глава, Бог обещает Аврааму. Тоже в книге Бытие, в 49 главе, он говорит, что от колена Иудина придет Иисус. Михей в 5 главе говорит, что ты, Вифлеем Ефрафа, от тебя произойдет. То есть мы видим, где Иисус родится. Пророк Захария в 11 главе говорит, что за 30 серебряников Иисус будет продан. То есть мы замечаем, как все исполняется. Исаия, известная 53 глава, мы читаем о том, что Мессия пострадает и осуществит страданиями свою спасительную миссию на этой земле. Поэтому как краткосрочные, как мессианские, как апокалиптические пророчества, все они в сумме показывают нам Божью весть, что Господь совершит сегодня и дальше в истории этой планеты. Спасибо. Именно этим, благодаря этим мессианским пророчествам, гонитель христиан и враги Иисуса Христа приняли его как Господа и Спасителя, когда сопоставили написанное с тем, что они стали свидетелями. Скажите, а как пророчества повлияли на вас? Какие из них были для вас наиболее убедительными? Какое значение для вас это имело? Как это повлияло на ваше мировоззрение, на вашу жизнь? Могли бы вы поделиться? Меня очень поражает ряд именно мессианских пророчеств. Вот мы немножко затронули об этом. Меня поражает точность исполнения этих пророчеств. И почему на меня касаются эти пророчества? Потому что они еще раз, лишний раз подтверждают, что с такой же точностью произойдет и исполнение пророчеств о втором пришествии Христа. Это своего рода обетование, это своего рода надежда. Но что меня больше всего удивляет во всей этой истории, что именно тот народ, для кого, кому были даны эти весть о пророчестве, они в первую очередь об этом это пропустили мимо себя, они не заметили об этом. И первые, кто об этом узнал, это были люди из далекой страны, волхвы, пришедшие издалека, казалось бы, для тех людей язычники. И для нас, опять же, это весть для того, что Христос придет не только придет для всех, и это будет явлено всем народам, всем коленам, языкам и народам. Спасибо. То есть, если появляются сомнения в исполнении пророчества о втором пришествии, то, следуя вашему опыту, нужно вернуться назад. Нужно прочитать, как исполнились мессианские, и тогда твоя вера укрепится, и ты обретешь надежду, что и все, что касается конца мира, также исполнится. Пророчества в Библии одни, но люди почему-то толкуют их по-разному. Могли бы вы рассказать, какие главные направления методов толкования библейских пророчеств? От чего этого зависит? Да. Как это влияет на жизнь человека и впоследствии на общество и церковь? Дело в том, что от избираемого нами подхода к толкованию пророчества зависит от того, к чему мы придем в конечном итоге. Поэтому их есть несколько, я их попытаюсь немножко характеризовать. Я хотел бы обратить особое внимание на исторический метод толкования Священного Писания. Дело в том, что уже Даниил и Иоанн используют этот метод. Мы замечаем, что в дни реформации используется также этот подход, этот метод. И он абсолютно оправдан, поскольку, когда мы читаем и видим этот космический размах вести, мы видим, как во времени Бог действует. И когда мы читаем, скажем, о Данииле, и он пишет о гонениях на иудеях в дни Антиоха IV Эпифана, мы понимаем, что это не конечный итог, это некая аллюзия того, что будущее может произойти. Или же цель Иоанна не только описать гонения христиан во дни императоров своих. То есть Иоанн ведет немножко дальше. Как мы это понимаем? Понимаем мы это, когда читаем Священное Писание. И вот я читаю Даниила, 2 главу, 39 стих. Смотрите, как, что Даниил пишет. «После тебя восстанет». О чем это указывает? Есть кто-то сегодня, а кто-то будет после него. И дальше. «И еще третье царство медное», а потом 40 стих, «и четвертое царство». То есть эти слова, далее, другое, следующее, еще показывают нам на некую историческую последовательность. Когда мы читаем Иоанна, он тоже говорит, что жена рождает сына, потом младенец восхищен Богу, потом жена убегает в пустыню, и 1260 лет она находится там, то есть период Средневековья, а потом дракон воюет с прочими от семени. То есть мы видим, что есть энные события, и эти события происходят дальше. Именно эта точка зрения привела к тому, чтобы Лютер, Уиклифф, Нокс и другие реформаторы могли бы увидеть, что небольшой рог из 7 главы книги Даниила – это определенная религиозно-политическая система, возникшая в дни четвертого государства, а именно Рима.
И так они могли понять, что этот зверь, выходящий из моря, соответственно, уже в 13 главе книги Откровения, это есть та папская система или Римо-католическая церковь, которая возглавляема с руководителем или папской властью. Но когда это стало, когда это стали понимать, и когда благодаря историческому методу стали понимать, как движется библейское пророчество, то появляются другие методы толкования. Но я понимаю, что когда во времена папства реформаторы стали истолковывать, что Антихрист, что это враг, да, зверь, это папа, то я думаю, что была мощная волна контрреформации и преследования. Обязательно. И поэтому мы читаем дальше, что иезуит Луис де Алькасар, он предлагает другой метод, а именно исторический критицизм, или еще мы называем его претеризм, то есть когда библейское пророчество рассматривается как исполнившееся в прошлом, то есть или его значение не имеет, не актуально сегодня или для будущего, а непосредственно к тому, что уже было. Иезуит – это апологет или защитник папства. Католицизма, Чтобы увести внимание от... Абсолютно верно. Чуть позже появляется другое течение – футуризм. Тоже один из иезуитов, известный Франциско Рибера, предлагает, что библейское пророчество нужно рассматривать как то, что исполнится в далеком будущем или имеет непосредственное отношение к завершающим годам земной истории. Таким образом, получается, что ни претеризм, ни футуризм не ведут нас по исторической последовательности. Что получается? Получается, что историцизм библейский, он помогает нам или выводит нас на путь, который мы можем пронаблюдать, как Бог ведет историю Земли. Футуризм или претеризм, они нас путают, шаги уходят в никуда. Мы можем их пронаблюдать буквально несколько лет. И дальше все исчезает никуда. Именно поэтому именно библейский подход считается исторический подход, и он помогает нам увидеть, как Бог руководит историей Земли. Мы можем видеть действия Бога, мы можем видеть сменяющееся царство, мы можем видеть сменяющиеся системы политические и религиозные, и можем увидеть, что они производят в истории. Спасибо. А какой из этих трех методов, которые вы описали, наиболее правильный, который мы могли бы использовать? Их на самом деле даже не три, их еще и больше. Есть еще идеализм, где просто важно, как добро и зло между собой воюют и к чему-то приводят, а может и не приводят. Исторический подход считается проверенным, библейским подходом к толкованию Священного Писания. Он помогает нам увидеть, как развивается история, как Бог действует в истории и что мы должны сделать в ответ на это библейское пророчество. Спасибо. А могли бы вы сказать, какие могут быть последствия неправильного толкования пророчества? Какая разница, правильно, так я понял или не так? Как это может повлиять на жизнь, на веру человека и общества? Человек – существо любопытное, и оно всегда пытается каким-то образом даже по-своему растолковать пророчество. Может быть, даже в свою пользу как-нибудь подтасовать это пророчество. И опять же вспомним пророчество о первом пришествии Христа. И народ Божий, почему его не заметили? Потому что неверно было истолковано пророчество изначально. Ожидания не соответствовали действительности. Они ожидали царя-освободителя, а пришел царь, который готов быть рабом, который готов омыть им ноги, который готов подставить левую щеку и правую щеку. То есть такого царя-освободителя не ждал еврейский народ. Пророчество было истолковано неверно. И, соответственно, это привело к некому разочарованию. До сих пор мы знаем, что израильский народ ожидает Мессию, а мы знаем, что Мессия уже был, что он уже пришел. Опять же, мы вернемся уже более ближе к нашему времени. Вспомним 1844 год, вспомним это время, когда миллериты пришли к тому, что Христос придет во второй раз в 1844 году. И здесь что было? Здесь было правильно истолкован временной промежуток, здесь была правильно рассчитана дата, но событие было неправильно исчислено. И опять же, что мы видим? Великое разочарование тогда постигло народ Божий. Поэтому мы, как люди, должны быть очень внимательны, когда мы истолковываем пророчество. Человек,
хочет всегда на смену тому, что сейчас происходит, а сейчас мятежный век, сейчас мы говорим о том, что плохо, и мы знаем о том, что есть пророчество, что наступит новый век, новое небо, новая земля, это нечто хорошее, на нечто славное, и мы всегда к этому стремимся. Поэтому, естественно, что человек ставит некие даты, когда это будет, его интересует, а когда же это будет? И в Библии мы пытаемся искать и рассчитывать, вот в таком-то году придет Христос, в таком-то году придет Христос. То есть человек рассматривает пророчество с точки зрения будущего, с точки зрения того, где он сейчас находится. Но Христос отвечает так, одни же и часи никто не знает, потому что Христа волнует наше нынешнее состояние, и готовы ли мы вступить в такие, какие мы есть, в будущее, то царство. И поэтому что от нас ждет Христос? Что мы в первую очередь изменились. И тогда то царство небесное, оно уже коснется нас, уже здесь, на этой земле. Спасибо. Поэтому главное о том, какими мы готовы предстать перед Богом. Спасибо. Вы вспомнили разочарование Миллера 1846 года. Мне не понять его, потому что я не в том году не жил в ту эпоху. Но я жил, застал другое неверное истолкование пророчества о князе Михаиле, который еще и меченый. Так люди говорили, что вот в Библии говорится о том, что придет князь Михаил меченый. И когда гениальный секретарь коммунистической партии Михаил Сергеевич Горбачев начал говорить о переменах, о перестройке, и у него была определенная метка, то современники, и там, я был этим свидетелем, говорили, вот видишь, говорит, даже в Библии про этого человека говорит, это значит, что будет все, наконец, все будет хорошо. Это вот он, князь Михаил, меченый. Но когда время перестройка закончилось другим этапом, наступило разочарование, да. Поэтому это было такое сладкое во рту, но потом горечь, да. Поэтому как важно найти и истолковать правильно и применить библейские пророчества. Могли бы вы на примере какого-то библейского пророчества показать вот этот принцип правильного библейского толкования пророчеств? Необходимо помнить о том, что Библия истолковывает сама себя. Это один из очень важных принципов. И вот когда мы читаем книгу Даниила, допустим, книга Даниила имеет много символов. И в контексте этих символов появляются определенные числа. Вот, допустим, 8 глава, на 2300 вечеров и утр, тогда святилище очистится. Или мы читаем Даниила 9 главу, 24 стих, что от восстановления Иерусалима до Христа Владыки 7 седмиц и 62 седмины. То есть есть некие даты. И нужно понимать, что вот, допустим, здесь мы можем, видя, как Писание толкует само себя, увидеть, как применяется принцип день за год. Писание себя объясняет. В контексте символических символов появляются дни, времена, которые тоже нужно понимать символично для того, чтобы правильно вычитать это библейское пророчество. И всегда Священное Писание дает и подсказки. Вот, допустим, интересно, Даниил начинает 9 главу. Он говорит, что в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, в котором было число слова Господня к Иеремии, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Интересно, начинается игра. 70 лет, он говорит, 70 лет, не дней. Хочу отметить, что все короткие пророчества в Библии всегда выражаются в годах, а все длинные в днях. И здесь нужно применять Писание, как оно помогает нам само себя понять. И вот мы видим здесь, Даниил говорит вначале о 70 днях, а потом, годах, вернее, а потом в 24 стихе он говорит, 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Там 70 лет, а здесь 70 раз по 7. Но я сейчас, вот внимание, что 70 раз по 7 это на самом деле 7 раз по 70. То есть, замечаете, какая игра? То есть, там 70 лет проходит, пришло время освобождения из Вавилона, а он говорит, что а еще нужно 7 раз по 70 или 70 по 7 для того, чтобы следующий этап случился. И мы смотрим вот, и находим Иезекииля, 4 главу, 6 стих, мы читаем, что день за год я тебя определил. То есть, в совокупности эти библейские стихи, когда мы их
собираем и видим, как описывается библейское пророчество, мы можем понять, что имеется в виду. Соответственно, можем заключить, что в 8 главе говорится о 2300 годах. Соответственно, здесь мы можем понять, что от разрушения Иерусалима до Христа Владыки 490 лет. И внимательно обращая свое внимание, мы понимаем, какой принцип здесь истолковывается. Писание помогает нам здесь все увидеть. Хотя претеристы, о чем мы упомянули, они говорили, что нужно посчитать 2300 дней, и будет то событие. То есть это случилось тогда, и сегодня не имеет никакого значения. Есть еще одна интерпретация. 2300 вечеров и утр. Это означает, что в сумме утра и вечера будет 2300, значит, это всего 1150 дней. Mm. То есть, да. Опять, другое толкование, тоже неверное. Но оно неверно, поскольку Писание дает нам ключи, показывая, что в этих случаях везде применительны года. Мне нравится, что когда есть сундук с сокровищами, сокровищем знания, мудрости, и на нем висит замок, запечатано, мне нравится, что в Библии можно найти и ключик. Mm-hmm. Не у какого-то человека, не у какой-то организации, а именно в Библии есть ключ для открытия этого замка. Шифр. Да, код, шифр. Мне нравится, когда ты ищешь ответы на кроссворд, приходит вопрос, ответы на вопросы, появляется возможность в конце или в каком-то другом издании найти проверку, то есть насколько ты верно нашел, ответил на эти вопросы. Так и в Библии мы можем видеть не только пророчество, но с помощью Библии можем найти их истолкование. Я хотел бы сказать, что люди могут спросить, а какая вам разница, это 2300 дней или 2300 лет? Да, об этих 2300 в последнее время очень часто говорят. Почему с такое внимание, пристальное внимание исследователей Библии именно вот к этому пророчеству? Насколько оно актуально сегодня? Вот мы касаемся непосредственно самого пророчества и методов толкования и его значения. Это очень важно, потому что когда мы читаем 7 главу, когда видим, что Ветхий днями воссел и открылись книги, и видим, что начинается небесный суд, суд начинается на небесах, Бог исследует жизнь, дела людей. 7 глава имеет четкую, ясную параллель с 8 главы, где написано, что будет очищение святилища. Далее 8 глава связана с 9 главой, 24 стихе, где указано начало фактическое этого большого периода, потому что 490 лет из 9 главы фактически знаменует начало этого большого периода. И согласно Даниила, когда произойдет восстановление Иерусалима, а когда оно происходит? Мы возвращаемся к книгу Ездра, замечаем 7 глава показывает нам 7 стих, находим дату, когда начинается 490 лет. Находим дату, понимаем, когда начинается 2300 лет по своей сути. И мы приходим, что с 457 года до Рождества Христова, когда дано повеление о восстановлении Иерусалима, мы добавляем 2300 лет, и куда мы приходим? Мы приходим в 1844 год. Почему нам важно, что мы приходим сюда? Потому что согласно 7 и 8 глав книги Даниила, по завершению самого длинного библейского пророчества начинается следственный суд на небесах, когда ветхие днями Бог воссел, чтобы судить живущих на земле. Поэтому мы не можем просто использовать любой метод толкования. Почему не можем? Потому что Даниил имел свою цель. И хочу сказать, что Даниил мечтал об этих днях, но ему сказано было: «Ты успокоишься, но придут другие поколения, и они это уразумеют и поймут». Поэтому, когда мы говорим о нашем 21 веке, мы должны понимать, что этот век имеет полное право называться последним временем. Мы понимаем, что мы живем в дни следственного суда. Мы понимаем, что история нашей земли завершается. Об этом Бог сказал. И мы понимаем, что если на небесах сейчас идет следственный суд, то появляется вопрос: а нам что делать? А что делали в дни следственного суда? А как нам жить? А как нам поступать? И поэтому, когда мы замечаем, как Даниил написал свое пророчество, фактически мы понимаем, что он нас предупредил об особых временах, о нашем особом отношении к истине и о том, что Бог будет совершать в последние дни.
Поэтому то, как мы толкуем, определяет то, как мы сегодня живем. Спасибо. Вы упомянули о том, что о пророчестве о следственном суде, написано в Даниила. Но как понять, что происходит во время следственного суда? Как понять, что происходит во святилище невидимом? Говорят о том, чтобы понять, что происходит на небе, нужно посмотреть, что происходило на земле. Используя такое выражение, как типология. Тип, антитип, образ, прообраз. Скажите, пожалуйста, что такое типология и как типология связана с пророчествами? Как типология помогает понять библейские пророчества? Типология — это одно из средств толкования Священного Писания. Когда персонажи и события из Ветхого Завета символизируют предвосходящие события в Новом Завете, которые имеют реальное значение для каждого из нас. Например, история, записанная в Ветхом Завете о пророке Иоанне, и мы знаем о том, что он находился в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Что это нам говорит? Оказывается, это был прообраз того, сколько дней будет находиться Христос в могиле. Тоже это является прообразом будущих событий. Мы замечаем другие, есть такие типы и антитипы, например, агнец. Пасхальный агнец, да, из Ветхого Завета является прообразом искупительной смерти Иисуса Христа уже в Новом Завете. И подробности пасхального праздника, эти все нюансы, они являются пророчеством и передают то, что произойдет с Иисусом. Да, совершенно верно. Или, опять же, святилище, да, прообраз небесного святилища, по образу небесного святилища было построено земное святилище, которое указывало на те события, которые происходят в небесном святилище. Поэтому мы не можем, и благодаря именно вот этому способу толкования Священного Писания, мы не можем разделить Ветхий Завет от Нового Завета. Мы можем только понять в совокупности, изучая Ветхий Завет и Новый Завет, мы в совокупности можем понять замысла Бога. Нельзя разорвать Священное Писание. Спасибо. Вы сказали о прообразах, о том, что понять Новый Завет можно в контексте Ветхого. Апостол Павел говорит о том, что это может касаться не только событий новозаветних и мессианских, но это может касаться каждого человека. В первом послании к Коринфянам он говорит, это были образы для нас. Согласны ли вы, что основные этапы библейской истории, такие как исход, переход через море, пустыня, завоевание, эпоха царей и так далее, действительно можно рассматривать как образы, которые нашли воплощение и в духовной жизни современников? Какие из этих образов актуальны, нашли воплощение в вашей жизни, актуальны для вас, могли быть для вас уроком и руководством? Могли бы вы поделиться? Да. Хочу сказать, что для меня лично библейские истории, описанные в прошлом, они представляют определенные этапы духовной жизни. То есть был этап в моей жизни, когда мне нужно было выйти, скажем так, из символического Египта. Жили в этом мире, а потом поняли, что Бог избавил нас от греха. И вот я смотрю, как израильский народ вышел, и вижу, как я вышел в свое время. Или же, когда мне очень тяжело в жизни, и есть такие моменты, когда я чувствую себя, как израильский народ в пустыне, который шел, и нужно было довериться Богу, и не было известно будущее. Или кто-то может почувствовать себя, и бывает такое, что чувствуешь себя, как Христос был в пустыне, когда дьявол тебя искушает, есть много путей, а нужно понять библейский путь. Допустим, сегодня мне очень близок вход народа израильского в Ханаанскую землю, когда очень тяжело и страшно, но очень хочется войти туда. И когда сегодня мы видим события, происходящие на земле, ты понимаешь, что еще много борьбы предстоит в твоей духовной жизни, но что-то хорошее тебя ожидает. Но пока то хорошее не видно, потому что перед тобою все великаны, все те искушения и проблемы. Поэтому я вижу, что в каждый день жизни я могу чувствовать себя в каких-то образах ветхозаветних или новозаветних. Это помогает понять, что с ними случилось, и помогает мне понять, что мне делать сегодня. Может, мне сегодня нужно терпение, а может, мне сегодня нужна смелость,
а может, мне сегодня нужно смирение. То есть это помогает понять, как поступали и как мне поступить сегодня. Спасибо. Я подумал, а какой из образов библейских мог бы быть типологическим для меня лично? Время карантина, изоляции, когда ты не общаешься с церковью, когда ты сидишь дома в этой пустыне, когда ты только слышишь о том, о тех опасностях, это как звери, которые вокруг mm-hmm. Христа были в пустыне, когда ты ограничен, и какие-то еще искушения, страхи, дьявол приходит. Но я понимаю, что после этого времени самоизоляции, саморазмышления, это время может быть подготовкой к активному выходу и к активному служению людям. И я с нетерпением жду, и я вижу, как Бог открывает возможности уже сегодня для меня и для всех верующих активно служить. Время выйти из пустыни и время идти к людям, служить их нуждам, завоевывать их для Царства Божьего. Спасибо большое. Действительно, библейское пророчество является индикатором точности Библии. Исполнение библейских пророчеств в прошлом – это основание для нашей веры в том, что те пророчества, которые еще не исполнились, и они связаны с пришествием Иисуса Христа, они непременно исполнятся. И это является чаянием для церкви, для каждого верующего человека, который предвкушает это событие. Оно придает смысл и в исполнении порученной миссии. Если мы ждем исполнения пророчества, обещания Иисуса Христа «приду опять», то мы, верующие в это пророчество, какая будет наша жизнь? Не будем ли мы готовиться к этому славному событию? Наши отношения друг с другом, наши отношения в семье, с окружающими. Не будем ли мы, ожидая это событие, готовить мир к нему? Дорогие друзья, пусть библейские пророчества не только укрепят нашу веру, но и изменят нашу жизнь. Приглашаю, чтобы мы вместе об этом молились. Милосердный Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за Библию, за Слово Твое, за библейские пророчества, которые укрепляют веру в нашу, то, что Иисус есть истинный Господь, Спаситель наш, который укрепляет веру в то, что все, Господи, под Твоим руководством, и Твое обетование прийти опять и спасти этот мир и ожидающих Тебя, оно непременно исполнится. Мы молим Тебя, чтобы чтение этого пророчества не только обогатило наши знания, но коснулось нашего сердца, дало бы нам мир, надежду, а также, Господи, вдохновило нас служить этому миру, а также, Господи, вдохновило нас переосмыслить наши отношения с Тобой и друг с другом. Благослови, Господи, в этом каждого. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Мы искренне благодарны Вам, что Вы присоединились к нам, к исследованию Священного Писания. Продолжайте читать Библию, ищите ответы, и мы приглашаем вас в следующую субботу, чтобы найти ответы на понимание трудных текстов Священного Писания. Всего доброго, до свидания, до встречи. Спасибо вам. Спасибо большое. Божье благословение. Спасибо. До встречи. Душа
так желает душа моя к Тебе, мой Бог. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Жаждет душа моя к Богу живому стремится душа, но когда я приду и когда я явлюсь перед лицом Твоим, что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Плачу я день и ночь, слезы мои стали хлебом моим, и враги мои вновь говорят мне: ну где же Бог, ну где Твой Бог? Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Ночью песню меня, и молитва летит моя к Тебе, мой Бог. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Как лань желает, как лань желает к потокам воды, так желает душа, так желает душа моя к Тебе, мой Бог. Мир Божий вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья! В Евангелии от Иоанна, 11 главе, описывается одна семья, семья Лазаря, и у нее было две сестры, Марфа и Мария. Эти сестры, они оба любили Господа, и каждая по-своему старалась послужить Иисусу. И отношения каждой из них были настолько разными, что в христианстве, в богословие вошло два различных служения, основанные на их служении, Марфа и Марии. Служение Марии – это образ духовного человека, который всецело устремляет свои взоры к Богу, несмотря на обстоятельства. А служение Марфы представлена как жертвенная забота о ближних ради Христа. И вот, зная Священное Писание, изучая его, как вам кажется, как сам Христос реагировал на это служение? Что Он ставил на первое место, Марию или Марфу?
Конечно, мы с вами, никто не может измерить Божью любовь, да, и посмотреть, кто и кому больше или кому меньше. Но Слово Божье описывает ситуацию, когда Марфа подошла к Иисусу и просит за Марию, а Христос что сказал тогда? Что Мария избрала благую часть. Таким образом, как будто бы создается впечатление, что Бог обращается больше на служение Марии, чем на Марфы. Но давайте мы посмотрим, что говорит Евангелие от Иоанна, 11 глава, 5 стих. Когда описывает о том, как описывает Божью любовь, любовь Иисуса к этой семье. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 5 стих. «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря». Скажите, пожалуйста, вы заметили, может быть, для нас, современного человека, может быть, не имеет значения, в какой последовательности все написано. Но здесь вы заметили, что на первого, какое имя используется, это имя Марфы. В еврейском понимании и в того времени то, что было очень важно и кому придавали большое значение, то всегда становилось на первый план. И первое имя, которое здесь использовано, написано «Иисус же любил Марфу». И даже не упоминается, как зовут ее сестру, а просто «сестра» и «Лазаря». Дело в том, что служение Марфы – это бескорыстное и жертвенное служение ближним по образу самого служения Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, 20 главе и 28 стихе написано, Христос говорит, что «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою ради людей». Лишь та любовь, есть любовь настоящая, которая выражается делом. А находясь в стороне от страдающих не оказывая реальной помощи обездоленным и беззащитным людям. В общем, можем сказать, те люди, которые не ступают на стезю Марфы, вряд ли можно говорить о любви и о своем внутреннем стремлении посвящение Богу. В заключение хотел бы прочитать слова святого апостола Павла. 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 и по 7 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве и радушие. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Поэтому просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем верой, словом и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и сею добродетелью». Дорогие друзья, пусть бескорыстная любовь к Богу, она будет тем основополагающим фактором тогда, когда мы решаемся служить Богу и жертвовать Господу. И сейчас приглашаем вас участвовать в сборе добровольных пожертвований и десятин. Аминь.
Здравствуйте, мальчики и девочки! Кто знает, что такое жертвенность? Что значит это слово? Я решила попробовать найти ответ на этот вопрос. Но перед этим хочу прочитать вам, наверное, самый известный и любимый многими стих из Библии, записанный в Иоанна 3:16. «Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную». Этот стих замечательно показывает нам, что же такое на самом деле жертвенность. Что может быть больше своей собственной жизни, чтобы отдать ради кого-то? А Иисус пошел на эту жертву ради нас. Он так сильно нас любит, что решил нам помочь. Чтобы лучше понять то, о чем я вам сейчас сказала, мы отправимся с вами в плавание. Ну что, вы готовы? Тогда поплыли! Дельфины – невероятное Божье творение. Они крайне подвижны и любознательны. Они любят играть и общаться с людьми, особенно с детьми. А еще они очень сообразительные и умные. Дельфин – теплокровное животное, которое рождает детенышей и кормит их молоком, а не мечет икру. У дельфина нет чешуи. Вместо этого его тело очень гладкое и гибкое. При этом у него очень мощный хвост, что позволяет ему передвигаться в воде легко и быстро. Дельфины могут плавать со скоростью до 25 миль в час в течение длительного времени. Это примерно в 3 раза быстрее, чем самые быстрые спортсмены-пловцы во всем мире. А еще они могут выпрыгивать из воды на 6 метров в высоту. Представляете, как высоко? Также они очень любят заниматься серфингом. Представляете? Например, у берегов Гавайских островов можно нередко наблюдать дельфинов-серферов. Ох, как же здорово, наверное, было бы вместе с ними прокатиться. Благодаря удачному расположению глаз дельфины видят примерно на 300 градусов вокруг себя. Эти удивительные животные способны хорошо видеть даже практически в полной темноте. Мозг – самый крупный орган в теле дельфина. Во время сна половина мозга спит, а другая бодрствует, позволяя дельфину дышать во сне, чтобы не утонуть. И они всегда спят с одним открытым глазом. Жизнь дельфина напрямую зависит от доступа к кислороду, прямо как у человека. Как известно, дельфины общаются с помощью звуковых сигналов разной частоты, которые нам напоминают свист или щелканье. Из-за того, что дельфин живет под водой, у него великолепно развит слух. Это животное обладает удивительной способностью к эхолокации, что позволяет дельфинам улавливать звуки и передавать информацию друг другу на очень большом расстоянии. Ну, например, хорошая еда или нет, есть опасность или нет. Дельфины, как правило, не живут в одиночестве, а у них есть семья. У каждого дельфина есть свое имя, на которое он откликается. А еще было установлено, что это имя присваивается дельфину стаей еще при рождении и сохраняется на всю жизнь. Известны случаи, когда дельфины спасали людей с затонувших кораблей. Благородные животные помогали пострадавшим держаться на плаву и даже отпугивали от них акул. А еще они умеют сочувствовать и даже сострадать. Общение с дельфинами положительно влияет на организм человека, особенно на детей. Существует так называемая дельфинотерапия. Ее применяют для лечения очень многих заболеваний. Плавание с дельфинами снимает боли, повышает иммунитет и даже помогает развитию речи у детей. Несомненно, дельфины – это восхитительное Божье творение. Но меня больше всего удивил вот какой факт.
Сразу после рождения малыша-дельфинчика его мама выталкивает на поверхность воды, где он делает вдох, и лишь потом попадает в море. Без этого вдоха детеныш задохнулся бы. Мама охраняет его и выкармливает молоком не менее полугода, а иногда до 2 лет. Самое уникальное во всем этом то, что мама дельфинчика ровно месяц вообще не засыпает и заботится о малыше. Ваша мама тоже, скорее всего, много ночей не досыпала. Представьте себе не спать несколько дней. Как бы вы себя чувствовали? Я просто с ног валилась бы. Первую неделю малышу нужно почти каждую минуту всплывать на поверхность воды, чтобы сделать вздох. Мама неустанно помогает ему в этом и не спит. Она не только месяц совершенно без сна проводит, но и охраняет малыша, чтобы на него никто не напал. Мама дельфинчика жертвует собой ради малыша. Также и ваша мама неустанно заботится о каждом из вас, зачастую жертвуя собой. Наш Небесный Отец пожертвовал своим Сыном Иисусом, потому что очень нас любит. Иисус умер и воскрес, чтобы все знали о Его большой любви и могли быть спасены. Вот что значит настоящая жертвенность. Когда вы отдаете что-то очень дорогое для вас, для помощи другому. Никогда не забывайте, что каждый из вас очень дорог для Бога. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы так благодарны Тебе за Иисуса Христа, за то, что Ты открыл нам путь к спасению и показал, что Ты нас очень сильно любишь. Помоги нам никогда не забывать о Твоей любви. Аминь. Ну что, детки, вот и закончилась наша история. Я надеюсь, мы увидимся с вами в следующий раз. Пока! Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры! Как счастливы мы, что знаем Господа Иисуса Христа! Как благодарны мы Богу за то, что Он с нами во все дни, и в сложные, и в светлые! Как хорошо принадлежать к Церкви Божьей, к семье Божьей, к христианской семье, потому что это великое счастье знать, откуда мы пришли, для чего мы живем и что с нами произойдет
в будущем. Тема моей проповеди сегодня несколько необычна, и она звучит так: Евангелие и мыло. В чем сходство, в чем разница? Сегодня мы встречаемся с таким парадоксом или с таким противоречием. Христиан в мире, да и в мире, в котором мы живем, становится все больше. У нас больше памятников христианских, у нас больше церквей открывается, у нас люди носят крестики. И тем не менее, почему-то моральная жизнь опускается все ниже и ниже. Люди, к сожалению, не вырастают в христианском опыте, в христианской жизни, а, к сожалению, опускаются. И скептики имеют право насмехаться над нами, потому что говорят, что христианство, Евангелие не имеет силы. Потому что одно дело называться христианином, другое – быть христианином. Я хочу напомнить вам слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 7 глава. Написано так: «Всякое хорошее дерево приносит добрые плоды, а плохое – худые плоды. Итак, по плодам их узнаете их, кто они. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в день суда: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем изгоняли бесов, не им ли многие чудеса совершили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, живущие беззаконно». Итак, Иисус Христос отмечает ту же проблему, которая есть сегодня, которая была и в те времена. Носить имя христианина и быть христианином. Недостаточно называться христианином, недостаточно говорить и заявлять, что я христианин, но необходимо разрешить Евангелию преобразовать нашу жизнь. Однажды пастор встретился на улице с директором фабрики, которая производила мыло. И бизнесмен-скептик сказал: «Наверное, вы проповедуете плохое Евангелие, потому что вокруг так много пороков и так много плохих людей». На это пастор заметил: «Вот рядом мальчик, который копается в песке, в грязи на улице. Наверное, вы производите плохое мыло, раз так много грязных детей». На что бизнесмен возмутился. Он говорит: «Как мыло может помочь этим людям, когда они им не пользуются?» И тогда пастор говорит: «Я тоже о том. Почему так много зла вокруг? Потому что люди не пользуются Евангелием. Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему. Евангелие – это сила Божья, изменяющая людей. Но если у нас не видно перемены и изменений, это значит, что сила Евангелия не проявилась в нашей жизни». Еще один пример. Как-то я ехал в маршрутке. Маршрутка полная, люди почти висят на голове у водителя, жарко, он ругается, иногда очень грубыми словами. Но вдруг он затих. Оказывается, мы проезжали мимо церкви, и он истово перекрестился. Но когда отъехали несколько метров после церкви, он в прежнем духе продолжал ругаться и продолжал говорить плохие слова. К сожалению, мы все почти похожи на этого водителя. Мы одно время можем вести себя хорошо, красиво, по-христиански, в другое время мы ведем себя как люди, не знающие Бога. Как это совместить, что христианство иногда у нас есть, а иногда его нет? Как это принять, что Евангелие иногда влияет на нас, а иногда совершенно нет?
ваше христианство, кто-то сказал, ничего не стоит, если ваша жизнь не меняется. Мы гордимся тем, что Божья сила, сила Евангелия может менять людей. Но вот если этого не происходит, то действительно это нас огорчает. Но как же сделать невозможное? То есть мы, как христиане, мы должны бы жить так, как живет Иисус Христос, как жил Иисус Христос, когда был на земле. Но как совместить вот это, кажется, безнадежное дело? Что мы хотим, мы знаем как, но у нас не получается. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, Иисус Христос говорит, что «Я пошлю Духа Святого, когда уйду от земли, и Он будет с вами, и Он наставит вас». Иисус Христос озабочен нашей христианской жизнью. Это не только наше дело, это не только наше желание, но это Божье желание сделать нас более совершенными людьми, действительно детьми Небесного Отца. Послание к римлянам апостол Павел также говорит, что мы имеем борьбу, противоречие. Мы или плотские, или духовные. Но иногда не поймешь, где заканчивается плотское, где начинается духовное, или наоборот. И он делает такое заключение. Все, кто имеют Духа Божьего, не будут жить по плоти, но будут жить по Духу. Иисус Христос приглашает нас, чтобы мы старались жить по Духу. Нашел такую заметку. «Сегодня с утра, Господи, я вел себя как надо. Я не сплетничал, не злился, не жадничал и не ворчал. Не угождал своей прихоти. Спасибо Тебе за это. Но через несколько минут, о Боже, я встану со своей постели, и вот тогда-то мне понадобится Твоя помощь, чтобы от всего этого удержаться». Мы не знаем, что выпадает на долю нашу в каждый день, новый день жизни. Но мы знаем, что нам следует оставаться христианами в любой ситуации. Потому что с нами Дух Святой, который напоминает нам через нашу совесть, что хорошо и что плохо, что делать и чего не делать, куда идти и куда не идти. Конечно, мы, плотские люди, нам трудно слушаться голоса Святого Духа, даже если Он говорит замечательные вещи. Кто-то сказал, «Гляжу – грешу, дышу – грешу, во сне и то я в зоне риска. Без Бога римский папа шут, а с Богом шут архиепископ». Мы знаем немало примеров и из Евангелия, и из жизни, что Иисус Христос, Евангелие, сила Божья, меняют людей коренным образом. Разбойник становится милосердным, обманщик, коррупционер становится честным, блудница становится преданным последователем Иисуса Христа. Враги примиряются и прощают друг друга. Сегодня в мире и в стране по причине коронавируса, по причине карантина в людях накопилось много отрицательной энергии, злой энергии. Участились случаи вандализма, скандалы, неприятности в семье, побои в семье, даже разводы. Недовольство ситуацией, недовольство правительством. Все это выливается и на улицы, и даже на улицы многих городов, как, например, в Соединенных Штатах. И поэтому сегодня, как никогда раньше, я хочу попросить и себя, и вас, чтобы мы взирали на Иисуса Христа, который нежно и кротко говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Недовольство ничего не изменит. А с Иисусом Христом мы будем иметь силу Божью для того, чтобы изменить себя, во-первых, наше отношение к окружающей обстановке, а также это будет хорошая капля милосердия и мира для всего мира. Пусть не зло, а сила Божья, сила Иисуса Христа войдут в наше сердце. И пусть каждый из нас, и мужчины, и женщины,
и наши дети, наши юноши станут новым творением в Иисусе Христе. И давайте жить по Евангелию. Давайте будем деревом, приносящим хорошие плоды. Давайте будем христианами не только по имени, но действительно христианами по содержанию и по поведению. Есть такой интересный рассказ про одну выдающуюся личность. Юноша пришел в церковь, где был большой орган. Молодой человек попросил разрешения у сторожа поиграть на инструменте. Но сторож не разрешал. И только после долгих и упорных просьб этого молодого человека он согласился открыть церковь и открыть орган. Юноша начал играть. Сначала тихо, как будто легкое веяние ветра. Затем все сильнее, наконец орган извергал шторм, ураган, громы, молнии. Сторож был поражен. Он подошел к юноше, он тряс его за плечо и спрашивал: «Кто ты? Откуда ты? Как тебя зовут?» Не прерывая игры, юноша сказал: «Я Мендельсон». Сторож схватился за голову: «Как же я чуть-чуть не отверг такого великого маэстро! Я не хотел открыть им орган, чтобы он играл. Горе мне! Играй, сын мой, играй!» Каждый из нас подобен органу. Зависит от того, кто на нем играет. Если мы позволяем, чтобы страсти, злые силы, злое давление, дьявол, в конце концов, злые люди влияли на нас, мы будем играть очень плохую музыку. Но если мы позволим, чтобы Евангелие Иисуса Христа вошло в наше сердце, там будет красивая, тихая, замечательная музыка, которая, во-первых, нам будет приносить благословение и мир, и также через нас, Иисус сказал, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Когда я поступаю плохо, я проигрываю, и я позорю моего Отца, который на небесах. Когда я поступаю по Евангелию, когда я поступаю по Духу, когда я стараюсь жить, так учит меня Священное Писание, когда я пытаюсь быть похожим на Иисуса Христа, я прославляю Его, потому что Он произвел вот эту перемену. Апостол Павел, который имел великую борьбу в своей жизни, он говорил об этом. Он говорит: «Бедный я человек, кто мне поможет, чтобы избавиться от плотской жизни, от мирской жизни и стать хорошим христианином?» И он нашел ответ. Он говорит: «Благодарение Господу моему Иисусу Христу, который делает меня настоящим христианином». Давайте забудем, что было вчера. Давайте научимся прощать. Давайте научимся взирать вверх. Будем смотреть на Иисуса Христа. Будем учиться у Него, чтобы прославить Отца нашего Небесного. Еще один пример в завершении. Многие из вас знают пастора Гуменюк. Он почил уже в Господе, но вот он рассказал такой свой опыт. Однажды он ехал из Кишинева на Бельце. Дорога длинная, часа два, он был один в машине. И на выезде из города человек очень интеллигентного вида просился подъехать. Он остановился, взял его, познакомились. Оказалось, что это лектор-атеист, который едет на север, чтобы читать лекции о том, что Бога нет и что в Богу не надо верить. И тогда Гуменюк говорит: «Вы знаете, тут наши совсем разные подходы к жизни, потому что я пастор, который учу людей верить Богу, доверять Богу, жить по Евангелию». Их дискуссия продолжалась два часа. Но вот они уже приехали в Бельце, нужно было прощаться. И тогда пастор Гуменюк говорит: «Позволь сказать тебе, задать тебе один вопрос. Вот ты знаешь Бессарабку, и я знаю Бессарабку. Там поселок и станцию железнодорожную разделяет широкая долина. И через эту долину проходит мост.
И поезда иногда приходят в 2 часа ночи. И вот представь, спрашивает пастор, в 2 часа ночи ты должен перейти этот мост. Ты вступаешь на мост и видишь на той стороне моста группу молодых людей. Да, это ночью, но ты видишь, что они там стоят, они там разговаривают. Конечно, тем более ночью это непросто, немножко страшно. Скажи, пожалуйста, кого бы ты хотел там видеть, встретить? Комсомольцев или христиан? Вы знаете, лектору ничего не оставалось делать, как сказать правду. И он сказал, да, вы правы, я хотел бы, чтобы на той стороне моста были христиане. Дорогие друзья, в нашей жизни всяко бывает. Но давайте не забудем, откуда мы. Давайте не забудем, кто наш Отец. Давайте не забудем, что Иисус Христос прошел этот путь, и Он был гораздо сложнее, чем наш. Но Он остался христианином. Поэтому я приглашаю и вас. Давайте помнить, наше христианство ничего не стоит, если мы не будем поступать по-христиански. Мы верим, что наш Господь скоро придет. Мы верим, что проблемы, которые изо дня в день накапливаются, не могут быть разрешены человеческими усилиями, а только силой Божьей. Так давайте будем отражать характер Христа в этом мире, чтобы дать Ему надежду, чтобы показать этому миру, что есть другой путь, другая жизнь, есть другая сила, сила Евангелия, которая приходит к нам и тихим веянием ветра меняет наши мысли, меняет наши планы, меняет наши слова, меняет наши отношения, меняет нашу жизнь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не только назывались, но и были христианами, которые не только носят имя, но носят образ Иисуса Христа в себе, и которые живут не только страстями этого мира, этого времени, но живут мыслью о вечности. И хочу прочитать несколько строк замечательных, которые мне прислала моя супруга, о том, как можно жить по-христиански. Мы помним такое выражение «Бог есть любовь». Так вот, смотрите, что написано. «Говорите с любовью, накормите с любовью, посмотреть с любовью, потерпеть с любовью, отдавать с любовью, помогать с любовью, повстречать с любовью, провожать с любовью, обличать с любовью, промолчать с любовью, помолиться с любовью, потрудиться с любовью, воспитывать с любовью, почитать с любовью, послужить с любовью и пережить с любовью». И как записано в 1 Коринфянам 16 глава и 14 стих, «Все у вас да будет с любовью». Вот это и есть настоящее христианство. Вот это и есть сила Евангелия, которая из ничтожных людей, злых людей, делает детей Божьих, наполненных любовью, светящих в этом мире, говорящих, «Скоро Господь придет, и зло в этом мире исчезнет, и в Царствии будем вечно радоваться всему доброму, светлому, что сделало в нас Евангелие». Слава Богу за силу, меняющую мир к лучшему, за силу Евангелия, за силу Иисуса Христа. Приглашаю вас помолиться. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты приходил в этот мир. Благодарим Тебя за то, что Ты ходил нашими улицами, встречался с нашими людьми, встречался с нашим скверным характером и все-таки оставался Богом. Прощал, был терпелив, любил и даже, вися на кресте, поступил по-христиански, ибо помолился о своих врагах. Прости им, Господи. Благодарим, Господь, за то, что сила Евангелия проявляется и в Библии, в жизни библейских героев, и в нашей жизни сегодня. Благослови, Господи, чтобы в наших семьях был мир,
и царило Евангелие. Благослови, Господи, чтобы в нашей церкви был мир и была сила Евангелия. Благослови, Господи, нашу страну и наш мир, в котором живем, и помоги, чтобы Евангелие имело силу омыть, очистить и сделать нас настоящими детьми Небесного Отца, готовыми встретить Царя, Отца, который скоро грядет. Прости нас, когда мы поддаемся на искушение лукавого. Избави нас от лукавого, и да придет Царствие Твое во имя Иисуса Христа. Аминь. Светись во мне, вся Его полнота проявись во мне. Дух любви огня, оживи меня, чтоб сияла во мне красота Христа. Пусть увидят во мне красоту.